Поехал на пруд, чтобы написать картину. Выдавил краски, подготовил холст, все как положено. Начал писать небо, потом левый бугор. В процессе работы задумался. Ну, слушаю лягушек, получаю релаксационный процесс. Смотрю, на тот берег подъезжает семейная пара, а вокруг тишина, никого нет. Думаю о том, как написать картину. Замечаю, что вода темнее неба, и вдруг семейная пара заметила меня. Продолжаю писать картину и пытаюсь сосредоточиться на передний план. И тут замечаю, что всего 5 часов, а уже появилась луна. Незаметно для меня пролетело время, а картина уже готова. Раму сделал сам из старых плинтусов. Есть у меня такая привычка мастерить, когда скучно. Ну, в принципе, ничего, так этюд получился.